У меня не было у Николая Зигернокорта, Корна в Себеже не было. Но знаю многих, кто был, и отзывы. У всех отзывы потрясающие. Если вы спросили меня, сомневаетесь ехать или нет, не сомневайтесь ехать. Любое ваше мероприятие, любое, а уж тем более с Николаем Зигернокортом, требует доверия. Доверие – это ваша проверка на доверие. И вам Николай предлагает поиграть в эту игру. И показать вам, как она работает, как реальность работает. Если вы ей доверяете, если вы открываетесь, и если вы идете за мастером, а мастером является вся реальность, вы создаете всех этих мастеров вокруг вас. Все люди – мастера. Все. Идите за ним. Смотрите, чему вас учит мастер, чему вас учит ваша ведьма-жена, чему вас учит ваша пизда теща, чему вас учат ваши страшные соседи, чему вас учат ваши предатели-друзья, чему вас учат эти продажные твари-политики, чему они вас учат. Каждый из них существует для вас, живет для вас. Пока. И вот Николай Зигернокорт уж, самый простой вариант, который говорит: я тебе помогу, я твой друг. Вот, я тебе покажу, как оно работает. Вот не надо тебе никаких практик, просто приходи ко мне, я тебя напою чаем, обогрею, облюбую, ты подышишь свежим воздухом, прогуляешься, поэтому тебе ничего страшного делать не надо. И я тебе объясню, раз уж ты такой тупой, раз уж ты вообще никак не в упор не видишь все эти подсказки, все эти чудесные для тебя созданные тобой же сюрпризы, дары, милость, вот эта вот бесконечная жизненная, то давай я тебя носом ткну аккуратненько так, чтобы ты не ударился, чтобы ты ничего, просто вот покажу тебе, что так, из чего состоит эта реальность, из доверия. Вот это урок доверия, и тебе предстоит пройти не с каким-то твоим, кого ты считаешь врагом своим, своей вот этой вот ненавистной, каким-то презирающим, презрение вызывающим у тебя каким-то вонючим бомжом на улице, как мне многие пишут. Шайша, бомжа вонючего тоже мне засрали все. Вот, тебе предлагается Николай, да, Зигернокорт с прекрасным воздухом в своем вот этим поместье, или не знаю, где он там живет, и не было у него, с чудесной природой, и он тебя за ручку аккуратненько возьмет и покажет. Вот ему доверься, ему. Не надо у меня спрашивать. Тебе уже Николай всем своим образом ангельским показал, что он тебе друг, а не враг. Вот ему доверься. Не надо у меня спрашивать. У него нет рогов, у него нет копыт. Он не издает страшные звуки, как Шоколай. Да? Он не вызывает, он не похож ни на Бабу-Ягу, ни на кого. Он милый такой человечек. Что ты у меня спрашиваешь? Он тебе говорит: иди, тебе за ручку возьму и все тебе покажу. Вот, вы были у него, как вы там, как у него там? Все, боишься, тебе уже все уже. Всех отменили. Волка отменили, Бабу-Ягу отменили, Кощея Бессмертного отменили. Николая тебе привели вместо них всех. Все, доверься. Тебе предлагалось довериться, да, совершенно сомнительным персонажам, которым очень трудно. Вот. Трудно как-то с ними хорошо себя чувствовать спокойно. Страшно. Волк сейчас укусит. Ладно. Просто прикольная тема, я вдруг решил так заострить свое внимание актерское на этом. Давайте дальше. На что обратить внимание, выбирая дело жизни?
сейчас скажу. Прежде всего, нужно обратить внимание, ждешь ли ты от этого что-то или нет. Если то дело, которое ты выбрал, ты вообще понятия не имеешь, как это работает и как это... Вот и начинай его, это дело. И увидишь, вдруг обнаружишь вот эту магию происходящего, когда из ничего, из неумения возникает твой навык, возникает умение. А еще можешь от желания, потому что не удовлетворив свои желания, ты все равно счастливым не станешь. Поэтому пойми, чего ты хочешь, чего ты желаешь. Например, ты хочешь найти дело жизни, чтобы блеснуть перед всеми какой-то своей красотой и очаровать там женщин каких-нибудь, которые сейчас закрыты тебе к доступу, заработав денег и там подкупив их интерес к себе. Ну и, на, и там дальше уже натрахавшись, накатавшись на машинах и так далее, прийти к какому-то удовлетворению, то есть изжить это желание. А если ты его не изживешь, оно будет тебя мучить. Поэтому, будучи взрослым ребенком, создающим, воспринимающим свою жизнь из состояния испуга детского, страха, который тебя заставляет искать свое дело, вместо того, чтобы взять и дело какое-то начать. Просто дело, любое, начинаешь, и оно начинает возникать волшебным образом, как чудо. Ты просто начинаешь рукой водить, не знаю, как ребенок. О, игра началась. Так же и дело. Любое. Взял, вот что, интерес куда упал, твой, знаешь, какая-то там хер лежит какая-то на полу, взял, подполз. Потом такую же нашел, потом он коллекционером стал. И не знаю, что еще продал, почувствовал вкус вот этой игры находить и продавать, отыскивать что-то странное и продавать, меняться, или не продавать, а меняться, или просто делать и не ради денег, а ради того, что ты, ну, это просто делается. И ты чувствуешь каждый раз интерес, ты ложишься вовремя, просыпаешься рано, чтобы вот это делать. И тебе нравится, ты не испытываешь какой-то дискомфорт от того, что тебе надо каждый день это делать. И только тогда могут возникнуть те самые деньги, которые не сделают вас счастливыми, но они просто станут антуражем вашей счастливой жизни. Не в деньгах счастье, еще раз повторяю, много раз говорил эту истину, эту формулировку. Не в деньгах счастье, да, как говорится, а в чем? Никто же никогда вам не сказал, пока не придет, не скажет, пока не придет какой-то вот такой более прошаренный мастер и скажет, что не в деньгах счастье, но деньги в счастье. Лишь обнаружив себя, свое начало как свободного, как счастливого или того, кого, кто не нуждается в счастье, потому что это тоже вот такая заманука, хитрая ловушка идти к счастью, как будто ты несчастлив, как будто ты ущербный, как будто ты... И все, откуда это? Это просто опять мысли, глюки. Тебе кажется, вот все время читаете, кажется, я несчастлив, тебе кажется, что ты несчастлив, я не свободен, меня прессуют, правительство не дает мне говорить, что они говно. Тебе кажется, дурак, тебе не надо никого оскорблять, никого унижать, ни правительство, ни друзей, никого, никто тебе не мешает, никто тебя ни в чем не ограничивает. Все, что входит в понимание, в рамки твоего ограничивания, это желание, твое желание выебнуться, выпендриться, показать свою вот эту доминантность, никому нахер не нужную. Разбросать свои какие-то эти феромоны, блин, для привлекания самок. Не это есть твой процесс реализации. Естественно, тебя будут прессовать, запрещать и сажать. Если ты рвешься туда, куда тебе не нужно. Я рвусь всех оскорблять, унижать и, блядь, что там? Всеми повелевать.
всеми управлять и манипулировать. Естественно, ты будешь жить в государстве, которое тебе все запрещает. Что оно тебе запрещает? Оно тебе запрещает вот это, проявлять свою волю к манипуляции других людей, к унижению других, к оскорблению других, к осуждению, к вот этому, к тому, что ты позволяешь взять, берешь право судить кого-то, обвинять кого-то, о ком-то говорить, критиковать, указывать на какие-то проблемы, указывать на какие-то дефекты, высказывать свою позицию того, что хорошо, что плохо, что правильно, что не угодно, что должно быть, чего не должно быть. С какого хера ты лезешь в эту сторону, в эту область? Будешь получать все время по жопе. Все время. Ты и можешь делать все, что хочешь. Я хочу быть миллионером и манипулировать все, чтобы мне тёлки давали, чтобы я мог... Все, получишь по жопе. Я живу не в свободной стране, мне ничего не дают, мне все запрещают. Никто тебе ничего не запрещает. Вот это нужно обнаружить вдруг однажды. Никто не является препятствием, ничто не является препятствием для твоей свободы, для твоей реализации тебя как счастливого, абсолютно счастливого, не нуждающимся в счастье или хотя бы вот в критериях счастья человеке. Тебе это не нужно. Все, что тебе нужно, сразу читай, тебе кажется. Тебе кажется. Хорошую фотку сделаем. Заставку. Неоднозначный такой чувак.